Главное управление МЧС России по Приморскому краю предупреждает об опасности выхода на лед. На водных объектах Приморского края только начал формироваться слой льда. Может возникать иллюзия прочной поверхности. Рыбаков-любители просят воздержаться от выхода на непрочную поверхность. Сезон подледного лова еще не наступил, и попытки приблизить его могут закончиться трагически. Нарушение правил личной безопасности может подвергнуть жизнь решившихся выйти на лед огромному риску. Помните, что безответственное поведение может оказаться горем для близких. Проявите терпение и дождитесь, когда прочный ледовый покров окончательно сформируется. Главное управление МЧС России по Приморскому краю также обращается к взрослым с просьбой провести разъяснительные беседы со своими детьми об опасности выхода на тонкий лед. Единый телефон пожарных и спасателей 101. Мы вышли на рыбалку, на зимнюю, но выход как бы не запрещен у нас. Но помните о том, что глубина небольшая, и, соответственно, лед тоже не толстый. То есть толщина льда по нашим замерам составляет где-то 8-10 сантиметров. Ну, как бы осторожно, особенно в местах промыва. В местах промыва и в местах, где есть ракушечник. Всю жизнь хожу и никогда не проваливался. Никогда. Ну, пусть так и будет. Но помните, да, это очень опасно.